Ультрабук Asus S56, основанный на платформе Intel Ivy Bridge, был представлен в конце 2012 года. Он стал одним из первых крупноформатных ультрабуков. Главной особенностью модели является очень тонкий корпус со стильным дизайном, опциональная дискретная видеокарта и обязательный флеш-модуль. Корпус этой модели очень тонкий, его толщина всего 21 мм, а масса 2,3 кг. Выполнен он в традиционном для ноутбуков Asus стиле. Крышка накрыта листом алюминия черного цвета с небольшой пластиковой плашкой сверху. Под нее спрятаны антенны беспроводных модулей, так не будет экранироваться сигнал. Рабочая поверхность также алюминиевая, только серого цвета. Металл закрывает еще и большую часть боковых граней, окантовка дисплея и днище сделаны пластиком. Ультрабук плотный и жесткий, качество сборки отличное. Интересная конструктивная особенность – съемная батарея толще основания ноутбука, поэтому она немного выпирает. Чтобы решить проблему, в корпусе дисплейного блока предусмотрена выемка. Клавиатура, как и в ZenBook Prime, черного цвета, правда без подсветки. Тактильные ощущения очень приятные. Клавиши работают тихо и мягко. Зазор между ними достаточно большой, чтобы не задевать соседнее при наборе. Подложка не продавливается. Крупный бескнопочный тачпад на стандартном месте ниже клавиатуры. Приятная матовая поверхность не сковывает движение пальцев, обеспечивая точное и комфортное управление курсором. Поддерживается полный набор мультитач-жестов. Слева порт USB 3.0, LAN-коннектор, видеовыходы HDMI и VGA и разъем для блока питания. Напротив комбинированный аудиоджек, два USB 2.0, оптический привод DVD и замок Кенсингтона. TN-матрица с диагональю 15,6 дюйма имеет стандартное разрешение 1366 на 768 пикселов. Покрытие глянцевое, уровень яркости варьируется от 25 до 165 кандел на метр квадратный. Контрастность панели невысокая. Углы обзора небольшие, особенно по вертикали. В целом, такой дисплей хорошо подойдет для работы и развлечений, но на солнце или при ярком комнатном освещении он будет бликовать, а читаемость картинки ухудшится. Asus S56 выпускается в трех модификациях – CA, CB и CM. Первая поставляется с интегрированной видеокартой Intel HD Graphics, вторая – с дискретным видеоадаптером NVIDIA GeForce GT740M, а третья – с видеокартой предыдущего поколения NVIDIA GeForce GT635M. Основа ультрабуков – ULV-процессоры Intel Core i3, i5, i7. Также поддерживается установка до 8 ГБ оперативной памяти и жестких дисков до 1 ТБ с SSD-кэшем. В любой конфигурации S56 легко справится с офисными приложениями, а модели с дискретной видеокартой показывают неплохую производительность и в играх. Наш тестовый образец на Core i5-3317U с 8 ГБ оперативки и видеокартой NVIDIA GeForce GT740M проработал 6 часов 20 минут на одном заряде батареи в режиме чтения с приглушенной яркостью экрана и выключенными беспроводными модулями. Под нагрузкой время уменьшается до 2 часов 20 минут. Неплохая автономность для 15-дюймового ноутбука с дискретной графикой. Asus S56 – отличный крупноформатный ультрабук. Он отлично подойдет тем, кто ищет компактный и недорогой 15-дюймовый ноутбук с дискретной видеокартой, стильный и легкий корпус с использованием металла, отличная производительность и хорошая автономность.